вас сделать? Пойти в турагентство или забронировать самостоятельно? А скажите, пожалуйста, здесь есть новички, которые еще, ну, может быть, слышали о нашей компании, но еще не являются нашими партнерами? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Потому что в большей степени я сегодня буду говорить для вас. Ну, я думаю, что раз сегодня наши партнеры здесь находятся на нашем утреннем кофе, то, наверное, это тоже им интересно. Итак, как сегодня мы путешествуем? Сегодня есть два вида путешествий. Кто-то бронирует по-прежнему еще через турагентство, да, и кто-то, особенно мы, наши партнеры, уже бронируем самостоятельно. Ну и многие путешествуют самостоятельно, бронируя на каких-то еще сторонних онлайн-ресурсах, таких как Booking.com, Agoda, Островокру и так далее. И что же, друзья, мешает путешествовать самостоятельно тем, кто еще по-прежнему обращается в турагентство? Да, наши страхи, то есть многие боятся путешествовать самостоятельно, им кажется, что а как же, его не встретит трансфер, да, или какие могут быть страхи? Вот напишите, пожалуйста, в чате, какие могут быть страхи путешествовать самостоятельно? Ждем, я пока продолжаю. Кто-то считает, что на это нужно много времени потратить, кто-то считает, что на это нужно потратить много денег. Какие еще могут быть страхи? Чужое мнение кто-то запугивает, правильно, Галина. Кто-то говорит, что он не знает там иностранного языка. Отсутствие знаний самостоятельных путешествий. Совершенно верно, Наталья. То есть абсолютно разные барьеры, которые мешают самостоятельно путешествовать. Но давайте обратим внимание, какими темпами сегодня развивается интернет. Мы, друзья, сегодня с вами живем в 21 веке. И это говорит о том, что абсолютно все сегодня переходит в интернет. Кого сегодня нет в интернете, того нет вообще, да? И рынок онлайн-туризма, он очень сильно растет. Когда я 3 с лишним года назад впервые узнала о нашей компании, то статистика была совершенно другая. То есть только, если брать страны СНГ, то только 5% людей путешествовали самостоятельно. Сегодня уже перевалило за 30. И мы видим, что Америка, Европа уже практически полностью путешествуют самостоятельно. То есть это говорит о том, что хотим мы, не хотим, с нами или без нас, но технологии будущего, они уже работают сегодня. Да? И завтрашний день покажет еще новые технологии. И поэтому, чтобы идти в ногу со временем, то, конечно, нужно знать эти факты. Нужно видеть, что есть вымирающие профессии. Сегодня мы знаем многие профессии, которых уже сегодня нет. Да? Вот мой папа телемастер, и он сегодня современный телевизор уже не сможет починить, хотя он был лучшим телемастером в городе. И вы видите, что вот здесь десятка вымирающих профессий 21 века. Это по версии журнала Forbes, и среди них есть и турагенты. Время не стоит на месте, все меняется. И я хочу сказать, что если кто-то считал, что рискованно ездить самостоятельно, то сегодня факты говорят абсолютно о другом. А факты говорят о том, что рискованно сегодня ездить через турагентство. Что огромное количество людей в тысячах исчисляется, которые сегодня не заселились в отеле, которые остались в аэропорту и не смогли вылететь. Или прилетели, а им сказали, ну да, бронь есть, но турагентство не оплатило вашу бронь. И вы, наверное, слышали об этом, сколько судов и всевозможных проблем получили эти люди. То есть это испорченный отдых, это потерянные деньги, ухудшенное здоровье. И что же сегодня предлагаем мы, наша компания? Это современный портал бронирования, когда мы можем, представьте, как это удобно и легко, на одном портале забронировать всевозможные услуги, туристические услуги. Если кто-то уже путешествует самостоятельно, но не знает о нашем портале, то хочу немного обратить на разницу. Когда вы путешествуете, бронируете, ну, допустим, через, ну, не будем назвать, ладно, Booking, да, я уже, в принципе, назвала несколько ресурсов, то вы отдельно заходите в поисковик и отдельно ищете какие-то отели, на другом смотрите отзывы, на третьем вы страхуетесь, на четвертом онлайн-ресурсе вы бронируете трансфер, например, или авто на прокат, и так далее, и так далее. У нас современный портал бронирования, на котором один раз вы зашли, и вы видите абсолютно
все туристические продукты. Причем бронировать вы можете с любого гаджета, где бы вы ни находились. Вы можете находиться в любой стране, вы можете находиться в аэропорту, где угодно. Этими предложениями могут одновременно воспользоваться до 10 путешественников. И при этом, при всем, вы получаете поддержку нашего сообщества Fireflies. Я немного тоже об этом скажу. Что же это за поддержка? Я думаю, что самым главным фактором номер один является горячая линия. То есть люди часто могут столкнуться с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Даже по своей вине. Кто-то перепутал отель, кто-то опоздал на самолет. Да? Бывает такой человеческий фактор, что вы приезжаете в какой-то отель, а ваш номер, который вы выбрали, забронировали с видом на море, на океан, на город, на парк, его отдали другим. И вас не понимают. Или ваш номер холодный, неотапливаемый, как недавно вот мои партнеры в Кисловодске столкнулись. И что в этом случае? И отель просто говорит, администратор отеля, ну вы доплатите, мы вас переведем в другой номер, в лучшее. Так вот, на все эти случаи жизни у нас есть горячая линия. И горячая линия, она работает любое время дня и ночи на 15 языках мира. Это наша крыша, это наше крыло, под которым мы чувствуем себя спокойно. И очень многие наши партнеры, они сталкивались с всевозможными моментами, когда, ну, допустим, в одном из номеров был поломан кондиционер, или не работал Wi-Fi, или какие-то еще ситуации. Так вот, в этом случае нам всегда предоставляли номер классом выше и без доплаты. Или вот, например, у нас Наталья Данилюк с Сергеем Ханиным, когда они путешествовали, были в Турции, в Стамбуле, и так получилось, что Наталья разболелся бок, и они застрахованы. Но никто не знал русский язык в Стамбуле. И вот так удобно, когда позвонили по горячей линии, и вопрос был решен. То есть больница, разговор на нужном языке, на турецком языке с отелем, да, сопровождение. Даже мне звонили по телефону и спрашивали, как там, потому что, ну, я тоже была в курсе всего этого. То есть горячая линия, она ведет вас от А до Я. И это, конечно, очень удобно, когда вы заходите на один ресурс, и вы выбираете сами, самостоятельно, что вам нужно, какие туристические продукты, какой вам нужен отель, соотношение цена-качество. Вы тут же читаете отзывы об этом отеле, тут же, рядышком. И, конечно, это очень удобно. Сегодня уже более 1 200 000 до 1,5 миллионов доходит количество отельной базы. То есть никто на сегодня не может похвастаться вот таким вот выбором. И если вы что-то сегодня забронировали, то у вас гарантия цены, у вас, то есть с вас никто не потребует никогда доплаты. Даже если вы куда-то будете заселяться через 10 месяцев после бронирования и курс вырастет, но никто вам не скажет доплатите, потому что сегодня другая цена. У вас гарантия, что вас поселят в тот номер, который вы выбрали, либо классом выше. Вы имеете возможность сделать отмену брони, и даже за 5 дней до заселения вам дадут возможность сделать отмену брони, мгновенно вернув вам деньги на карту. Друзья, попробуйте сделать то же самое через турагентство. Я думаю, это будет невозможно. У вас гарантия бронирования и поддержка. И при этом мы, конечно же, экономим и свои нервы, и свои деньги, да, и свое время. И избегаем рисков, в отличие от бронирования сегодня на других каких-то ресурсах или в турагентстве. Потому что мы знаем, что мы в сообществе, мы знаем, что за нас есть кому заступиться. И у нас, друзья, есть свои туристические продукты. Я не буду сегодня проводить презентацию Fireflies. Я думаю, что большинство здесь об этом знают. Но хочу еще раз обратить внимание на то, что на все предложения, на все, что вы приобрели для себя, все туристические продукты, да, вы на 100% это все отпутешествуете. То есть ваши деньги, они лежат на вашем туристическом счете. И в любой момент вы можете воспользоваться этими туристическими продуктами и отпутешествовать тогда, когда вам удобно. В те рамки, которые вы себе поставите, не турагентство. То есть зачем мне искать сегодня какие-то дешевые турагентства, да? Зачем? Я сегодня сама режиссер, творчески планирую свое путешествие. Я не марионетка, которой можно манипулировать, указывать, сколько дней я должна отдыхать,
Что я должна посетить, какие экскурсии, например, сколько раз там в день я должна питаться в данном отеле. Нет, сегодня все решаю я сама. Я хочу обратить внимание, это вот с разных семинаров, и вот Павла Пинкасова, Чехия, в компании 2 года. Что для меня Firefly? Это когда ты плаваешь в бассейне на крыше 57-этажного самого дорогого отеля в Сингапуре. Стоимость размещения в котором $400 в сутки. Когда ты стоишь на краю этого бассейна и видишь небоскребы, и ты понимаешь, что не заплатила за это ни цента. Да, друзья, это все Fireflies. Это все не слова, потому что я тоже пережила вот это прекрасное ощущение проживания в этом отеле в Сингапуре. Ну и, конечно, во многих других также. Игнат Андраш, Венгрия. За 2013 год я потратил на путешествие около $20 000. Я ни в чем себе не отказывал. Размещался только в пятизвездочных отелях по всему миру. Что самое поразительное, я не заплатил ни копейки из своего кармана. Все ушло с накопительных средств с моей тревел-карты. Как вам, ребята, эта возможность? Как вам возможность, когда вы можете одним перелетом посетить сразу несколько стран? Какое турагентство, скажите, вам предоставит вот такой тур? Если вы любое турагентство зайдете и скажете, я хочу перелететь с такого-то города туда, в такую-то страну, там хочу 2 дня пожить, потом на автобусе взять, куда-то там переехать в другой город, потом мне авто на прокат, я еще куда-то поехал, потом я перелетел во вторую страну, потом в третью, четвертую, то-то посетил, я думаю, что батарейки сгорят у любого турагента. Потому что никакой турагент вам не позволит, не сможет сделать то, что сможете сделать сегодня вы сами. И я могу несколько примеров привести, потому что сегодня мы путешествия сразу убиваем нескольких зайцев. Но, во-первых, мы можем одним перелетом, длительным, скажем, да, посетить всевозможные места рядом. Это могут быть ближайшие города, как, например, у нас это была Прага, Вена, Венеция, Будапешт. И мы можем любыми путями, например, в Венецию мы брали машину, авто. В Будапешт можно было поехать, хотите, это все рядышком из Вены. То есть можно было поехать или на катере и сделать себе такую экскурсию, или автобусом, или электричкой, как хотите. То есть на сегодня вы сами управляете своими желаниями, своими возможностями. И на сегодня, ребята, оказывается, что это не так страшно самостоятельно путешествовать, потому что самое мое длительное путешествие, это было в первый же год, когда я зашла в компанию, это было 3 с лишним месяца. И я хочу сказать, что я не знаю иностранный язык, но вот в путешествиях немного уже выучила, да? Но ничего страшного нет. То есть мы сами себе придумываем какие-то преграды и барьеры. Поэтому очень важно, что здесь, в нашей компании, мы путешествуем с успешными людьми, мы получаем поддержку сообщества, и нас обучают, как правильно путешествовать, как правильно планировать, как сделать визу, как подготовиться к путешествию, на что нужно обратить внимание. Очень много ценных фишек, всевозможных таких вот полезных советов, которые мы получаем в нашем сообществе. И всегда мы знаем, что нас сопровождает, опять-таки, круглосуточная горячая линия. Поэтому для меня это тоже очень большой фактор. И, друзья, все ведь не стоит на месте. Вот сегодня кто-то, говорят многие, вот сегодня все как ненормальные, дети, взрослые, все уставятся в эти сотовые телефоны. Ну, а давайте посмотрим, что было еще так вот лет 15 назад, да? Ну, как раньше телефоны, но вот так вот выглядело это несколько раньше. Несколько раньше мы с вами звонили по междугородной связи, помните, да? Несколько раньше мы печатали телеграммы, сегодня есть скайп, сегодня есть вайбер, сегодня есть технологии, которые когда-то казались фантастическими. Как это я буду с кем-то разговаривать и при этом еще могу даже видеть собеседника? Но когда-то 15-20 лет назад прошла реформация, и сегодня мы разговариваем по сотовому телефону, а кто-то, которые 15-20 лет назад участвовали в партнерской программе, да, вот в этом сарафанном радио, они сегодня получают пассивный доход. Но мы сегодня на рынке мобильной связи можем быть только как клиенты. Вы согласны?
Но у нас есть еще более большое будущее, друзья, потому что мы сегодня формируем новый рынок, самый прибыльный, самый масштабный. Это рынок туризма. И на сегодня, то, что мы сегодня делаем, мы создаем действительно этот новый рынок, и мы уже сюда зайдем не как клиенты, потому что мы сегодня первые, и те, кто это понимают, они будут, деля этот рынок, получать пассивный доход от любой туристической услуги. То есть, если ваши приглашенные люди, которые сюда зашли по вашей партнерской ссылке, будут путешествовать, а, как правило, мы путешествуем не одни, мы берем с собой друзей, да, родных, коллег, знакомых, так вот, во-первых, они все тоже защищены нашей горячей линией, они все могут у нас же страховаться, у нас же брать экскурсии, то есть пользоваться любыми нашими туристическими продуктами, ребята, и мы от всего получаем пассивный доход. Разве это не здорово? Теперь давайте сравним, если вы пришли в туристическое агентство, кто вы для них? Даже если, предположим, они вам дали самую там какую-то необыкновенно большую скидку, ну и что? Пройдет время, и вот этих горячих туров в их мире вообще нет. Это говорит о том, что турагентства тонут, что они плохо себя чувствуют. Это говорит о том, что они сегодня, спасая свои деньги, готовы даже там хоть какие-то копейки получить, и чтобы не потерять свое лицо перед отелями, вот создают вот такие горящие туры. Это ведь не есть хорошо, это ведь не значит, что за этим будущее. Это говорит о том, что сегодня их дела очень плохие, и что они работают себе в минус. И, друзья, посмотрите, вот современные дети. Как вы думаете, будут ли они общаться, обращаться в турагентство? Конечно же, они будут самостоятельно путешествовать. И меня радует сегодняшняя молодежь, которая уже очень во многом начинают разбираться и идут в ногу со временем. Поэтому, друзья, давайте тоже не будем оставаться в каменном веке. Давайте не будем свой авторитет терять перед своими детьми и внуками. И мы видим, что сегодня, в общем-то, эта возможность, она подвластна любому возрасту и для всех, и уже от мала до велика. Любой человек может сегодня изучать интернет, изучать онлайн-ресурсы и путешествовать самостоятельно. Безграмотными же в 21 веке будут именно те, кто не умеет разучиваться и переучиваться. Именно те консерваторы, которые ставят себе какие-то рамки и барьеры. И меня очень радует, что я пришла вот в такую компанию, которая в авангарде, потому что президент этой компании, Урлих Мерки, он не стал, как многие сегодня, знаете, турагентства, есть прогрессивные, есть гибкие турагенты, они сегодня наши партнеры, а есть, которые до конца держатся там за, не знаю, за что, пока тонут, но все равно за какую-то там соломинку держатся. А вот Урлих Мерки, он, увидев, что полностью туризм сегодня переходит на рельсы интернет, он стал использовать этот попутный ветер и расставил паруса. И это правильно. Поэтому давайте, ребята, не будем похожи на вот как эта обезьянка на нижней картинке, да? Давайте шагать в ногу со временем и использовать эту благоприятную возможность. Потому что с нами или без нас, но все равно мир пришел уже практически весь, да? Мы уже посмотрели статистику. Америка, Европа. И мы уже к этому идем, да? То есть было 5%, уже 30, за 30%. Поэтому можно, конечно, позже прийти и прийти на этот рынок только как клиенты. Вот прийти вот таким черепашьим шагом в самом конце и начать только изучать, а как же это делать. Друзья, но сегодня уже большинство людей, они не стоят в очереди в кассе, они бронируют, покупают сами билеты на поезд, на самолет, оплачивают коммунальные услуги. То же самое происходит и в туризме. И можно вот так вот в конце приползти и стать все равно перед неизбежностью, перед необходимостью, что нужно и этому учиться. Так давайте учиться сейчас. И мы на этом рынке, еще раз обращаю ваше внимание, сегодня не клиенты, а партнеры. Ребята, если вы придете в любое турагентство или на другом онлайн-ресурсе что-то забронируете, хорошо, пусть вы нашли там какую-то выгодную сумму. Вы привели с собой еще своих друзей, знакомых, и вы путешествуете не один раз в году. Да? Эти знакомые тоже там купили. Вы сделали товарооборот какому-то ресурсу, вы сделали товарооборот какому-то турагенту. Что вам, скажите, пожалуйста? Вот у меня сегодня партнеры путешествуют прям большими группами. Последний раз 42 человека были в Грузии. И вот за то, что они заселились в отеле,
взяли трансфер на прокат, там, или трансфер заказали, или авто на прокат, за то, что они все застраховались. Я сегодня получаю пассивный доход. Ребята, что мне сделать турагентство, если я туда бы привела 40 человек? Это я привела пример, один только пример. Вот недавние партнеры недавно вернулись с поездки. А представьте, когда у вас партнеров много, и они ездят тоже не одни, они ездят со своими друзьями. Потом многие друзья, пройдя через эту поездку, видя, насколько это гарантированно, насколько это защищенно, насколько это классно, здорово, многие становятся также нашими партнерами. И вот представляете, какая у вас растет команда, наш бизнес международный, и вы имеете право иметь партнеров по всему миру. Да, вот Наташа пишет, да, турагент подарила бы шоколадку и все. Друзья, а наши спонсоры, они все ездят на машинах, которые получили от компании. Так вот, что перед вами на весах? Постарайтесь увидеть за деревом лес. Либо вы сегодня, сейчас там что-то где-то нашли, какой-то горящий тур подорвались, за ночь собрали, кое-как покидали вещи, все бросили и куда-то там помчались, сломя голову, да? Или для вас сегодня предоставляется уникальная возможность зарабатывать деньги и получать больше, чем вы тратите. Вот поставьте это на весы. Увидьте не просто, что вот сегодня, сейчас я где-то там что-то там нашла. Знаете, друзья, я здесь сегодня уже не смотрю, где там что, мне некогда даже тратить на это время, неинтересно, где там что, сколько стоит. Хотя у нас есть гарантия, что на наших онлайн-ресурсах цены всегда выгоднее на нашем портале, чем если вы где-то найдете в интернете. И у нас компания дает 155% гарантии цены. То есть если вы где-то найдете дешевле, то вам выплатят 155%. Как вам это предложение? Да, от самого нашего большого пакета. Но, ребята, вот честно, даже не захожу и не сравниваю, потому что у меня есть свой бизнес, у меня есть свой портал, у меня есть моя любимая компания Fireflies, которая мне дает возможность зарабатывать, чувствовать себя защищенной, где столько гарантий, где такая высокая степень надежности, где мы застрахованы на всевозможные случаи, от непоселения и так далее, и так далее. И зачем мне нужен кто-то, если у меня есть свой бизнес? Друзья, перелетев в одну страну длительным перелетом, например, у меня это был Таиланд, да, я на месте там уже посетила просто за 3 копейки. То есть есть бюджетные местные авиалинии, и в данной ситуации это был Air Asia. Я за 3 копейки, то есть что-то на рубли, если это было там 1500 рублей, то есть смешные деньги. И я посетила Таиланд, Малайзия, Сингапур и Бали. Разве это не здорово? Какое бы мне турагентство предложило вот такой вот шикарный тур? И я скажу, что я в каждом отеле проживала 5-7 дней. Если мне где-то нравилось, я могла остановиться, продлить дальше. Но мне было интересно посещать новые пляжи, новые города, видеть новые экскурсии, знакомиться с этим удивительным миром. И когда ты путешествуешь, ты действительно видишь сопричастность, ты понимаешь, что родина – это не тот город, в котором ты живешь, даже не страна, а это весь мир, который вот создан нашим Творцом, который удивительный, прекрасный. И все люди действительно родные друг другу. Вот в путешествиях действительно это чувствуешь. И все это, друзья, я смогла на себе ощутить, только пропутешествовать именно компании, благодаря компании Fireflies. Конечно, никогда бы ни одно турагентство мне не удовлетворило бы вот такие возможности, такие потребности. Ну и вот немного таких фотографий, да, они сделаны из разных стран, Таиланд, и потом, как я вам сказала, это дальше была Малайзия. Конечно, у меня много сегодня фотографий, видео. Далее это был Сингапур, я была потрясена, потому что я действительно мечтала тоже туда попасть, и не просто даже мы заселились в этот отель Marina Bay, но даже оттуда проводили вебинар прямо с бассейна. Это было классно, вообще круто, это незабываемое впечатление. А это Бали, да, общение с живой природой, доставала морских звезд с океана, с обезьянками вот так вот общалась, да, была на таких вот шоу балийских. Ну это, конечно, потрясающе, это очень много впечатлений, и это большая радость. Друзья, поверьте,
что действительно разум единожды раздвинув границы сознания своего, он уже никогда не может стать прежним. Это действительно факт. И на сегодня я уже просто не понимаю, я уже никогда не буду бронировать через турагентство или через какие-то ресурсы, потому что у меня есть свой родной портал. И сегодня я могу, находясь в любой точке мира, и зарабатывать. Друзья, у меня действительно подключались люди, когда я была в Таиланде, когда я была в Малайзии. Вот когда я была, не помню, в Таиланде или Малайзии, у меня подключился тогда Виталий Котлеров, многие его знают, да, путешественник, блогер. Вот подключались люди из разных городов. Потому что если вы, приехав, рассказываете своим друзьям, как вы путешествуете, как здорово, и они побегут, например, в турагентство, да, или где-то там на букинге, на другом ресурсе, и сделают бронь, и полетят в ту же страну, заселятся в тот же отель, который вам понравился. И дальше что? И что вам от этого? Я же делаю то, что всегда. Я и раньше любила делать фотографии, записывать видео, но только я не знала, что за это могут платить деньги. И сегодня у меня просто стоит моя партнерская ссылка. И сегодня, когда друзья спрашивают, а как ты так здорово отдыхала, когда они смотрят мои видео на канале YouTube, то я рассказываю, я делюсь, и нас становится все больше. И сообщество мне за это платит. Разве это не здорово? Друзья, какие же у нас преимущества? Еще раз подытожим. Мы без посредников и рисков бронируем и заселяемся в отель. Это мгновенно. У нас гарантия на поселение. У нас гарантия цены и качества. У нас возможность отмены брони. Круглосуточная горячая линия. Скидки от 20 до 70%. Я вчера показывала на вебинаре, вообще 98% была скидка. Широкий выбор отелей. И все услуги на одном портале. У нас обучение и поддержка. Нет обязаловок. Наш продукт, он уникальный, он позитивный. На сегодня очень многие люди работают в каких-то сетевых компаниях, и они знают, что нужно каждый месяц там делать какие-то подтверждения активности, да, иначе многие просто не получают за свою структуру. И поэтому очень многие делают закупки, складируют дома коробками этот товар, нужно следить за сроком годности, нужно ездить на склад, там, его доставлять домой, там, да, то есть, и так далее, так далее. Наш продукт уникальный. Во-первых, наш продукт очень позитивный. Нам не нужно никого запугивать, что обязательно там сделать то-то, то-то, иначе завтра подскользнешься, а вот травки бы подстелил соломки, да, и если ты там не выпьешь какую-то пилюлю, завтра там может тебя вообще уже не стать, и так далее, и так далее. Я не против, я сама пользуюсь и витаминами, и так далее, и так далее. Но я сегодня просто как пользователь в других компаниях, я приобретаю для себя то, что мне нравится. Но бизнес я развиваю здесь, потому что действительно это позитивный, уникальный, эмоциональный бизнес. И я на сегодня с гордостью говорю, когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, я путешествую. А на какие деньги? Ведь это нужны хорошие, да, деньги. Я говорю, мне за это платят, за то, что я путешествовала. И вы знаете, вот не стыдно это никому сказать, потому что вот сегодня статус человека определяется не тем, на какой он даже там машине ездит или там в какой шубе ходит, а статус определяется, как вы отдыхаете, где вы проводите свой досуг, в скольких странах вы побывали, потому что сегодня рост, развитие, личностный рост – это самое ценное. И люди понимают, что если вы путешествуете, вы лидер, вы личность, вы уже много знаете, и люди за такими идут. И вы сразу становитесь уважаемым человеком. И для своих окружающих, друзей, знакомых, и, конечно же, для своей семьи. Потому что наши дети в этом случае нами гордятся. И, конечно же, это выгодная инвестиция, потому что я уже показала в самом начале, то, что вы заплатили, вы 100% потратите на свои путешествия. Поэтому это очень выгодная инвестиция. Вы один раз заплатили, забыли, особенно если это пакет лайф, я от всей души всем это рекомендую. И рекомендую не то, что не сделала сама, я прежде всего начала с себя, потом я взяла такой пакет своему сыну, и сегодня у меня практически все партнеры тоже на пакете лайф. Я думаю, те, кто здесь присутствует, тоже могут подтвердить, потому что знаю, что не только мои, а
ну, практически, но большинство всех партнеров и успешных партнеров, они на пакете Life. Поэтому это очень выгодная инвестиция, когда мы и путешествуем, и зарабатываем. И здорово, что здесь есть партнерская программа. Здорово, что здесь есть пассивный доход. Я не буду сегодня рассказывать о маркетинге, это уже отдельная тема, но обязательно, если кто-то есть, кто еще об этом не знает, то обратитесь к тем, кто вас сюда пригласил. Поэтому сегодня мы в самом начале, сегодня происходит реформация самого прибыльного рынка. После нефтепромышленности и машиностроения на третьем месте это туризм, это постоянный рост. Это несмотря, что бы ни происходило нигде в мире, какие-то политические, экономические события, но это ниша, которая никогда не дает сбоев. Это постоянный рост огромными темпами. Поэтому мы сегодня вот в таком чудесном бизнесе и можем этим всем воспользоваться. Друзья, и лучше всевозможных горящих туров, там, любых скидок, это возможность отдыхать даром, возможность отдыхать бесплатно. И поэтому уже сегодня начинайте жить так, как вы мечтаете, так, как вы хотите. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. Я вас благодарю за внимание. Я желаю вам прекрасного, великолепного, продуктивного дня. И пока поставлю какое-нибудь видео, если есть вопросы, вы можете написать.